сейчас смотрит моя бабушка, которой 88 лет, я хочу сказать, что ее здравому смыслу и уму могут позавидовать многие молодые люди. Поэтому мне не понравилась фраза о том, что если человеку 81 год, то мы не можем комментировать его действия. Это неправильно и некрасиво. Я вообще одессит и могу сказать, что Одессу строил Дюк де Ришелье, француз, Ланжерон и так далее. Человек, который потом был премьер-министром Франции, которым мы гордимся. Поэтому нет никакого значения, какая сегодня у человека паспорт. Мы живем совершенно в другом мире. И я хочу сказать, что наша коалиция – это не дележка портфелей.